Губернатор Приморского края посетил Кавалеровский округ. Поводом для очередного приезда стал надвигающийся тайфун Лан. По прогнозам синоптиков, именно на Кавалеровский округ и близлежащие территории должны были прийтись основные удары стихии. Находимся в Кавалеровском районе. В эти районы, в Ольгинске, в Кавалеровский, мы прибыли вместе со спасателями МЧС, с энергетиками, с организациями, занимающимися дорожным строительством, с тем, чтобы минимизировать последствия тайфуна, который здесь ожидался. Слава богу, он прошел Мористия, прошел стороной, поэтому практически не затронул ни Ольгинский, ни Кавалеровский, ни другие районы. Во время поездки губернатор осмотрел объекты, которые строятся или капитально ремонтируются в Кавалерово. Ну и находясь здесь, в Кавалерово, конечно, нельзя было не заехать по тем объектам, которые здесь ремонтируются. Это инфекционная больница, о чем нас давно просили жители Кавалеровского округа. Это строительство ледовой арены, которая идет планово, в этом году будет открыто. Дом культуры, на следующий год ему исполняется 65 лет, поэтому заодно посмотрели все эти объекты, все эти стройки. Напомним, с 15 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации. В городах и районах края открывают пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших. Все желающие могут принести продукты питания, сухую одежду, предметы первой необходимости. Как отмечает губернатор Приморского края Олег Кожемяка, в процессе ликвидации тайфуна задействованы все имеющиеся силы и средства. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.